Finish him. You will never win. Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости моего канала, и сегодня мы продолжаем Hard West. Я что-то давно не заходил в эту игру, и, в общем, сегодня хотел бы ее продолжить, поскольку там The Predator, да, который был, вот, скоро уже выходит там и так далее, как-то подзабросил эту игру, но на самом деле игра классная. Итак, поехали, начинаем. Итак, значит, что у нас? Мы последний раз, когда я остановился, я, по-моему, кого-то чего-то там отвоевал. Так, по-моему, свой дом, да, тогда отвоевали. И так, это мы было, так, это место было полно разного сброда. Вы спросили, не знаю, ли кто из них, как снять проклятие. Разговор перешел на положение в городе мексиканца после его смерти. А, мы же мексиканца точно завалили. Вы постарались заключить со сбродом сделку. Вы наняли старого шахтера, чтобы тот помог вам добывать золото. Блин, у меня, конечно, денег не хватает. Ну, давайте снять им проклятие. У каждого из них был свой верный метод. Одни советовали вам помолиться, другие сделать пожертвование в церкви. Но больше всего сторонников было у экзорцизма. Угу. Вы услышали, что неподалеку живет гадалка, возможно, шалатанка, но в вашем положении стоит попробовать любую возможность. Звучали также советы воспользоваться давно известным методом найти колодец желаний и бросить туда монетку. О, слушайте, у нас сюжет завороченнее и завороченнее. Разговор перешел на положение города мексиканца после его смерти. Ну, давайте проверим. Новости оттуда были неутешительны. При всей своей жестокости мексиканец хранил в городе порядок. Теперь же там царила полная анархия. Это место было полно разного сброда. А, мы снова вернулись. Ну, давайте заключим сделку. Может, с кем-то можно что-то кого-то... А, они здесь про... гвоздибомбу. Ну, кстати, хорошая вещь. Блин, 15 моментов. Винтовка слонобойка, блин, большая дальность, большая, урон 5, но по одной, блин, по одному патрону это, конечно, не айс, не айс. Если честно, даже не знаю, чтобы... Шурлерская кость привлекает удачу, поможет выигрывать кости. 50 максимально удача. Нюхальный табак. Смесь порошкового табака и специй бодрит, улучшает передвижение. Слушайте, да, давайте мы, наверное, парочку возьмем, поскольку нам передвижение, ну, понадобится, чтобы хорошо передвигаться. А тем более в бою, да, когда у нас, в общем-то, все на кону. Жизнь. Так, и гвоздибомбу мы возьмем одну. Так, и что мы можем предложить? Ну, давайте мы, наверное, ему... Да, деньгами пока дадим. Все. Итак, значит, у нас есть церковь. А давайте в церковь сначала сбегаем. Так, пусть Господь и ушел по делам, но проповедник, как говорили, тоже мог творить чудеса. За определенную плату он мог брать... вылечить самые серьезные болезни. Те, у кого денег было немного, могли оставить свою лепту в ящике для пожертвований, что гарантировано им упоминание в молитвах того дня. Ну давайте попросим его изгнать экзорцизмом. Вы заплатили деньги, но позже обнаружили, что никакого эффекта экзорцизм не принес. Ну естественно, блин, только деньги взять. Проклятие, лежавшее на отце, сделало добычу золота невозможным. Что бы вы ни пытались, где бы вы ни искали, ничего не получилось. Ситуация была безнадежна. Хоть вы и не сказали об этом ни слова, вина отца, да, была очевидна. Немало вечером пришли у вас... А! Немало вечеров прошли у вас в полном молчании. Однажды, проснувшись, вы увидели записку от отца. Он извинялся за свои неудачные решения. Он извинялся за то, что случилось с вашей матерью, Флоренс, с вами.
Он любил вас, и поэтому должен был уйти. Если бы только это помогло. То есть он... Блин, зашибись. Он, главное, склинял. А от этого легче нам не стало, да? Вы обнаружили хижину, в котором лежала молодая женщина. А жила молодая женщина. Ходили слухи, что она может предсказывать будущее. Сколько? 100? Ну, давайте посмотрим товар, что у нее за товар есть. Эликсир ловкости. Улучшает защиту, да? Ну, давайте одну возьмем. Так, орлиный эликсир. Кратковременно дает отличное прицеливание. Ну, не сейчас. Постепенно восстанавливает удачу. Ну, тоже не особо. Моментально повышает удачу. Ну, блин, 15... Нет, 15 не отдавать, честно говоря, не особо хочется. Так, костяной амулет. Плюс 10 прицеливания. Ну, можно кому-нибудь, да, из наших, в общем-то, героев отдать. И, если честно, я бы... Так, это что у нас? Так, урон 3,6. Урон 3,2. 5, 4, 10... Можно, конечно, какой-то... Блин, урон 6. Ладно, пока мы давайте все-таки с вами, да, пока деньгами все это расплатимся. Ой, не то я, точнее. Так. Так, и давайте все-таки мы ей заплатим. Она охотно взяла ваши деньги, но сколько потом не пыталась, снять проклятие так не вышло. Зашибись. Опять мы... Да, вот так вот мы деньги и, в общем, выкинули. Это был тот самый колодец, о котором говорили люди. В него можно было бросить монетку и загадать желание. Заглянув в колодец, вы увидели блеск золотых монеток в воде. Вы бросили монетку на удачу. Эффект не произошло. Когда вы думали, что хуже... Ничего уже не может быть. Вернувшись после тяжелого рабочего дня, вы видели, что в вашем доме хозяйничают бандиты. Вы оценили обстановку за безопасного расстояния, бандиты поплатятся жизнями. Ну, естественно, куда же без этого-то? Конечно, мы сейчас... А это кто? С тех пор, как вы убили главаря преступника, в городе царит хаос. Пора было закончить начатое. Так, естественно, пора. Сейчас мы с ними быстро разберемся. Так, и давайте, значит, улучшим. Сушеные травы у нас, по-моему, да, постепенно восстанавливает здоровье. Да, даем травку ему. И улучшает прицельный табак. И табачок ему даем. Счастливая подкова. Удачи. Нет, подкова. Вот подкову я, если честно бы... Где у нас подкова? Вот. И дал бы Фрэнсис. Да ладно, серьезно? То есть вместо ботинок подкова вы издеваетесь? Блин. Ладно, давайте ей это, потом ей это дадим. Это у нас, по-моему, бомба, да. Ну, мало ли пригодится. Нюхательный табак улучшает. Но у нас при движении так супер. Блин. Либо подковы, либо эти. Да, не есть, а если не есть. Так, пистолет пулемет, да? Урон 3, урон 4. Ну, естественно, давайте сюда. Это что у нас? Бесствольный револьвер. Но у него дальность маленькая. Вот, блин, очень маленькая. Нереально маленькая. Так, кобра. Дальность малая тоже, видите. Здесь малая. Тогда вот этот, потому что все же там урон 5. Да, здесь по пятерочке урона будет. Так, и вроде бы у нас...
Так, этот у нас 6 мало, и вот этот, по-моему, дальность на 5. 3-6. Даже вы знаете, я как-то. Блин, даже не знаю. Можно, конечно, Фрэнсис еще что-нибудь дать, да? Давайте бонус передвижения. Передвижение, защита и удача. Да, давайте мы ей дадим. А, это у него тоже что ли есть? Замечательно, ладно. Далее мы бонус поле зрения. Ну давайте ей такое дадим и передвижение. Блин, все, одно передвижение. Да ладно, серьезно что ли? Способность цепочка убийств, да? А, уберите врага, чтобы получить шанс убить второго, третьего и так далее. А здесь на этапе подготовки враги не обращают на вас внимания. Не, давайте вот эту цепочку убийств. Она, кстати говоря, если мы... Я помню такую фишку. Значит, если убиваем одного, мы как раз... Нам дается шанс сразу второго, третьего... Ну, то есть пока мы не промахнемся. И бывает так, что за раз можно просто там пол... отряда убрать, да, и тем самым мы шанс на выживание, как говорится, себе оставляем. Так, способность неудачи, пассивная. Ваше попадание не восполняет удачу у врагов. А, и кроме того, находящие рядом враги постепенно теряют удачу. Ну и давайте последний, да, вот этот замутим. Все, вроде как мы распределили, вот только вот маскировка. Маскировку мы вот сюда, и, по-моему, да, мы вот всем, да, дали, все, замечательно. Так, закрывайся. Ну и так, начинаем бой. Это была засада. Враги подняты по тревоге. Урини Флоренс, персонаж должен выжить. Ну, понятно, мы-то должны выжить, это все, все ясно. Так, ну давайте. Ох ты ж, блин, а, то есть у тебя еще и здесь. Ну, давай сюда. И давайте ты сюда. Так. Ага. Ты не хочешь? Так, а это что такое? Вопль. Наносит 3 урона врагам, находящимся в вашем поле зрения. Нет, сейчас. Ну давай попробуем.
Так, выстрел. Шанс 39, да? 34, 28, 24. Ну давай попробуем в этого. Есть. Так, и давай в этого. Так, вот, вот, молодца, молодца. Ой-ой-ой-ой-ой, да, тут. Ты жопа какая, а? Да, нам повезло, слушайте. Но, к сожалению, нам единственное, что не повезло, у нас всего лишь два героя. И надо было бы, конечно, еще одного кого-нибудь нанять, но нанять я, честно говоря, даже не знаю где. Так, давайте. Так, 40, да? Ну давай. Плохо. Хорошо, а если мы... Так, я уже, честно, забыл, как тут присесть. Так, а как мы его... А, присесть, блин. Ладно. Уже, если честно, подзабыл, как присаживаться. 24, ну... Блин. Да, хреново. Давайте рискнем. Нам, конечно, вот эту надо было бы убрать, если честно. Вот эта, которая в здании сейчас сидит. Да, я, пожалуй, ее вот сейчас ход пройдет, и я все-таки пойду ее уберу, потому что она будет нам мешать очень-очень. Ай! Лоренс, как так? А интересно, так, давайте-ка мы сейчас сменим позицию и давайте сюда вот перебежим. Ага, мы никак, да? А, она на втором этаже, я понял. Так, мы бежим сюда. Ой! Флоренс! Ай-яй-яй! Флоренс надо лечить, ой, как я... Вот я ложанулся, надо было, блин, надо было по чуть-чуть продвигаться. Может быть, тогда бы не заметил. Так, хорошо. Так, мы, значит, сейчас... Да, блин, камера, ты можешь как-то... Как-то не так рьяно... Так, перезарядка, вопль, это что, цепочку убийств? Блин, я и забыл дать этим лекарства. Вот я мудил, а. Так, хорошо, целебные травы. Так, вот. Мы ее сейчас... Нет, мы не можем ее исцелить. Почему? А, мало удачи у нас. Хорошо, ладно. Табачок и целебные травки. Давайте-ка мы... То есть мы не можем... Мы не сможем ее, да? Да, нам нужна перезарядка. Да чтоб тебя! Так, ладно, Флоренс, давай-ка ты уйдешь отсюда куда-нибудь. Вот сюда вот.
Я надеюсь, тебя тут не это. Не забьют. Так, это ушла, молодец. А, опять вернулась, да? Вот по шагам мы можем следить, что они. Что-то они тут делают. Бегают, ищут нас. Так, вот здесь вот на самом деле довольно-таки неплохая позиция. Если мы сейчас уберем верхнюю. Так, давайте-ка мы. Где она тут? Она где-то вот здесь, да? Угу. Так, я понял, хорошо. Так, ты можешь сюда перебежать? Да ладно, серьезно, ты не можешь перебежать? Почему? Да, и переливание мы тоже. Ну ладно, давайте ход игроку дадим врагу. Если честно, у нас получается такая будет, наверное, коротенькая очень серия, поскольку видать меня сейчас грохнут. И... Да, и очень серьезно я попал в этом плане. Так, ты... Какое переливание, вы чё, я... Выбери персонажа, с которым хотите поменяться здоровьем. С этим? Да вы чё, это, издеваетесь, что ли? Так, ладно, давайте мы это восстановим. Так, и выстрел. Так, блин. Да, Флоренс у нас. Давайте вопль. Нет. Никого не убило. Блин, вот как бы этот спустился бы, вот. Да ладно, ты сюда прибеж... Блин. Ладно, значим заново. Так, и вот мы вернулись снова. Так. Это вот мы убираем сразу, я... Вот в этом не сомневаюсь, мы что этого уберем. Так. Блин, ну промахнулась, а? Ну коза. Их там две уже. Слушайте, вот заметили, да, вот они, как когда новую карту перезагружаешь, то есть не на том же месте находится. Вот это мне очень нравится. То есть теперь уже все по-другому может произойти. Поэтому тут уже, как говорится, нужно смотреть на то, как все это будет у нас происходить уже. Так, а если мы... сектор... Да нет, давайте мы его все-таки прикончим и... Не туда, но хорошо попал, хорошо, молодец. Так, и давайте, может, серию убийств? Давайте серию убийств попробуем. Так, и мы пойдем, так, стоять. Убьет она его? Так, раз.
Вот чем серия убийств хорошо, да? Вот я сейчас убил, и у меня есть право еще одного входа. Вот это плюс, потому что я могу сейчас кого-нибудь еще ранить. Опа! Есть. И это мне потом на самом деле больше шанса даст для того, чтобы я потом уже выжил. Ой-о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 й
Где у нас целебные травы? Так, это сюда. Перезарядочку. И давай сюда вот перебегаем. Так, здесь мы может быть мы эту. Так, а подождите, а как же я во. Нет, не попадешь. Так, хорошо, кого ты можешь попасть? В эту можешь, да? Ну-ка, а если эту сюда закинуть? Так, ты можешь, да, мы тогда ее чуть-чуть раним, да? А сюда мы не можем. Хотя можем, слушайте. Ну, блин, из одного, блин, говнюка мне, честно говоря, не хочется бомбу пока тратить. Вот. Ой. И снова, ёп. Блин, ну как Флоренса-то? Да ладно, серьезно, ты попадешь что ли? Да. Ладно, давайте я все, надо все-таки, давайте я подготовлюсь более основательно и мы с вами продолжим. Да, вот я тут за кадром уже, наверное, несколько раз пытался все это пройти разными способами, но пока что-то у меня как-то не особо получается. Так. Что-то у меня такое ощущение, что я нос. Блин. Ладно. Такое ощущение, что музыка прям аж орёт. Ну, надеюсь, что это на записях. В общем, кто мне тут на самом деле досаждает? Досаждает мне на самом деле вот эти вот, которые вверху находятся. От этого я, в общем-то, мочу практически сразу. Хотя, вы знаете, можно, конечно, сюда попробовать. Да, здесь дверь как раз есть. Да, давайте мы, наверное, эту сюда отправим. И, наверное, да, наверное, сами тоже сюда же встанем. Ну, во всяком случае, здесь нам будет хотя бы какое-то укрытие, да, и мы сможем непосредственно их сейчас подзавалить слегка. Так, вот эту пушечку мы обязательно возьмем. Так, это у нас 47. Нет, это, наверное, все-таки этого будем первого валить. Да ладно. Ты промазала. Вот что мне в этой игре нравится, это то, что, в общем-то, пробивает стены ему. То есть вот стены абсолютно как-то так. Они спасают буквально, ну, чуть-чуть. Вот. Ну, если на открытом пространстве был бы урон там 2-3, а так через стену, ну, 1. Но все равно это урон. Знаете, то есть. Все-таки это не хухры-мухры. Угу. Так, у нас один тут вышел. Но, если честно, по нему мы. Да, он как-то у нас спрятался. Ладно. Давайте мы. Так, этого. О, ой, молодец. Так, а ты у меня как раз видишь, наверное, этого, да?
Так, вот этот у нас очень хорошо стреляет. Давайте попробуем этим. О, классно. У него, вот я сейчас переключился на обрез, а обрез, по-моему, урон 6. Ох ты ж, скотина какая. Это я чему вам говорил, да? Вот единичку-то он снес, блин. Но мы, во всяком случае, таким способом можем продержаться намного дольше, чем я предыдущий версиях. Когда вставал за дом, вот, здесь я надеюсь, что я продержусь намного дольше, и я все-таки эту битву выиграю. Так, по-бобом. Да ладно, я никого не попадаю. Вы не шутите? Так, хорошо, давай, а ты кого-нибудь попадешь? Да ладно, серьезно? Так, перезарядка. Перезарядка. Так, мы по одному, ну хотя бы, да, по одной штучке мы сейчас снимем у них. Ну это сейчас промахнется, стопудово. Но мы сейчас, да, как раз удачу. Да, там удачу похерили у вражины этой. И в следующий раз нам как раз будет плюс. Мы как раз можем попасть. Да, этот у нас, ну, собственно говоря, единичка, это считайте, он уже все, труп. Так, этот, вот эта девятка, конечно, сюда тебе придет. Но меня еще беспокоит, знаете, кто? Вот этот вот, вот здесь вот, который бегает. Но я так подозреваю, что они где-то наверху, да? По-моему, наверху, да, вот здесь вот она где-то бегает, скотина. Ладно. Блин, что ж так? Так, вот этот можно... Да, давайте его добьем, чтобы он нам особо не мешал. Флоренс, Флоренс, Флоренс. Да, ты только поэтому забьешь. Ну ладно, давай поэтому хотя бы. Ой, ой, ты молодец, какая, Флоренс. Слушай, ты просто очаровательна. Ты пятерочку с него сняла как. Как сливки с молоком. Ах ты, блин. Стоять, стоять, стоять. Ты живи, живи. Не дай бог, ты у меня сейчас помрешь, да. Так, сейчас я своего-то, конечно, выключу. Так. Переживай. Выберите пистолет, хотите поменяться здоровьем. Конечно, можно... Не, ну там тройка. Ладно, давайте мы, наверное, так вот мы сделаем. Конечно, можно было бы у него снять. Ну, как-то на единичка, тройка, единичка не особо. Так, ага, это у нас решило обойти нас, да? Так, хорошо, но пока она до сюда добежит, мы как раз успеем пару... Так, ага, не застоит... Да ладно, мы не за... Ладно, перезаряжайся. Угу. Да, и ты не можешь достать, да? И ты ни за кого не достаешь. Нет, давай, наверное... Можно, конечно, тебя сюда потом выводить только. Нет. Ладно. Я надеюсь, все-таки я не совершил ошибку, передав ход. Ну, мне главное сейчас их выманить оттуда. Сейчас они пусть оттуда повылазят.
Вот, давай, повылазивай. Да чтоб тебя, скотина. Ох ты ж, этот дебил прибежал. Да на, получай. Ах ты мразь. Так, блин, сорок, конечно. Ладно, попробуем. Ну, знаете, единичка это так, конечно. Очень-очень слабенько. А, это все-таки шалава там бегает, но к нам не приходит. Да, такая, блин. Тут еще надо, видите, подумать, как разыгрывать карты. Я вот до этого за кадром, наверное, раза 2-3 пытался. Ну, тем же способом вот отсюда начинать, как я, да, вначале вот сюда вставал, там 2-3 раза попробовал и понял, что ни хрена там не выходит. Да, вот так вот. Так, молодец. Говорится, тупанул на 2-3 раза. Не сразу понял, что там ни хрена у меня не выйдет. Но я сейчас, видите, тактику, в общем-то, довольно-таки нормальную выбрал. И я надеюсь, я с ней как раз... Да, эти будут промахивать. Мне главное вот этот вот сейчас одного этого убить. И потом порешать вот этих вот они. Вот здесь вот где-то бегают. Так, ага, ты спрятался, да? Кто за стенку, я не виноват, да? Угу. Так. И Флорен, мы сейчас с тобой... Так, это что, цепочку бить? Нет, пока не нужно. Бомба. Тоже быстрая стрельба. Да, но вот быстрый судьбу не в кого. Так, хорошо, так, это где-то у нас деваха, по-моему, здесь бегает. Ну-ка, давай-ка мы попробуем. Ага, вот она. Обнаружена тень, хорошо. А, и у нас второй, по-моему, здесь вот. Мышка, ты че? Мышка? Ладно. А, вот она, я понял. А это тут нам, кто тут нам пожаловал? А, это, наверное, вторая. Это ж... А, ёб твою те. Ой-ой-ой-ой-ой, Флора. Все, по-моему, я, блин, просрал это. Ну надо же, такая, ну такая, блин, одна малюсенькая ошибка и... И просирала вам. Так, давайте мы ее, наверное... Вот тут куда-нибудь сюда уведем. Потому что, если честно, меня... Так, надеюсь, ее никто... А, ну вот это только, блин. Она... А, ёб твою, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А если та выйдет, она меня потом заметит, да? Угу. Ладно, давай здесь. Так, и... Так, ну этого мы сейчас замандрили. А, нет, ни хрена, вот того единичка еще. Да, слушайте, по-моему, я все-таки, блин, из-за этой ошибки вывел, когда Флоренс по защите. Походу, я просрал этот момент. Ну, естественно, правильно, он, блин, нет... Сучара, нет, чтобы этот в другую сторону, нет, он, естественно, обязательно туда. Ну а что делаю, блин, на сложном, да, у меня сложный уровень здесь
искусственный интеллект, как говорится, работает. Ну что, давайте. Все-таки да, я нашел эту золотую серединку быстренько сейчас. Да, давайте, знаете что, я быстренько дойду до того момента, пока не увел, да, чтобы вам опять заново не пересматривать, и вернусь к вам. И вот, наконец-то я этот уровень прошел, конечно, с горем пополам, чуть своего не потерял, но все-таки добил. Так. Теперь у нас, в общем-то, осталось на наш дом напали, там, по-моему, кто-то напал. И теперь мы идем дом отвоевывать, вот, дом. Вот, в этом городе мы уже с этими разобрались, порядок мы навели. Так, что у нас дальше предстоит? Так, сапоги получены, карта валет. Угу. То есть у нас получается сейчас что-то мы, короче говоря, какие-то плюшки получили. Так, что за это? За замирание в игре. Да, похоже, жара не только сказывается на мне, но и на компьютере. Жара вообще, духота, жара. Мозг плавится. Компьютеру тоже тяжело. Тоже тяжко ему. Так. Что у нас здесь есть? Так, у нас открылся валет червей. Способность убийства из тени. Уничтожаете врага, незащищенного солнечным светом. Кстати говоря, хорошая вещь. А это у нас что? Способность месть. Дает шанс выжить после смертельного выстрела. Если вы убьете своего убийцу, то останетесь жить. В противном случае вы умрете. Вы знаете, наверное, вот это бы я, конечно, Фрэнсис бы дал, наверное, да, месть. Потому что она у нас часто. Нет, не хочет. Так, сейчас, так, способность цепочка убийства, это у нас неудача. Так, а как же нам? А, вот, вот так вот, значит, это мы падальщики, туз бубен падальщик, вам как-то удается находить на трупах врагов лучше по мере оружия, но затем вы его теряете. А смысл? Ну, то есть один раз его взять, потом потерять. Нет, нафиг. Так, месть, не значит. Ну почему ты не хочешь сюда вставать? Ну. Так, хорошо. А, то есть нужно перетаскивать. Раньше как-то было назначало, и все, в общем-то, странно. Так, и убийство из тени мы даем непосредственно нашему главному герою, я сказал, мы даем. Все отлично, значит, здесь мы так назначили. Да, я думаю, так, потом сушеную травку мы надо ему тоже дать. А это что у нас? Табак. Что-то как-то... А, улучшать прицеление. А тут ничего... А, это значит не... А, это передвижение. Понятно. Так, хорошо, хорошо. Эфир ловкости улучшает защиту. Вот... Так, а костяной, что у нас? Костяшки на веревочке. Могущество которых,
кто-то слишком сильно верит, плюс 10 прицелив. Прицеливание. Почему-то дальше не доперевели. Странно. Так, куда он? А, на сапоги. Да ладно, серьезно, что ли? Вы еще на сапоги одеваетесь. Так, хорошо, мы улучшаем защиту, значит, ей. Так, из змеиной кожи, так, моднее просто не бывает, плюс урон, плюс передвижение, плюс один, а минус один, максимум, ноль три. Хорошо, а это куда? Давай. Ну, так вот, наверное. Да, а, опять он улучшает непосредственно показатель, но уменьшает жизнь. Да, он при движении прибавляет, но уменьшает жизнь. Нет, я, честно говоря, не хочу. Фу-фу-фу. Так, все, это... Ну, это мы продадим, я думаю, что этот обрез кобра мы продадим. Хотя урос, блин, 6 урона. А этот сколько, на этот урон 5 безопасов, ну видите, здесь 6 безопасов. Да, наверное, так, урон 5, подозрительность 2, что ли, урон против часть укрытия 2, а здесь у нас урон против часть укрытия 2, урон против полного укрытия 2. Ну, в общем-то... А, видите, а против полного урона этот укрытие 1. Значит, мы меняем вот этот кобра вот на этот. Ей дадим. Остальное, я думаю, мы, в общем-то, продадим. Да, мы, наверное, все-таки продадим остальное. Так, хорошо. Ой, нет, не то нажал. Все. И мы идем непосредственно выручать дом. Так, вы видите издалека, как вооруженные бандиты хозяйничают у вас дома. Подкрадитесь внутрь по секретному туннелю. Вы еще не были полностью готовы. Да нет, мы полностью готовы и прокрасить. Да, внутрь по секретному туннелю идем. В принципе, да, зачем нам рисковать, в общем-то. Так, урон 3, нет, это... Ну, в общем-то, да, нет, там... Так, мы здесь, в общем-то... все как бы взяли, ну единственное, мы, наверное, вот ей дадим некоторый табак. Я не знаю зачем, но... О, давайте, мы лучше... То... А, этот костяк, блин, забыл, что я не надел ему. Хотел, главное, надеть и забыл. Так, все. Ну что ж, давайте сейчас посмотрим, кто кого здесь. Там-то, конечно, я, блин, вообще жесть, конечно, была. Ну, перед этим боем. В этом... Вот сейчас не знаю, как это получится, но надеюсь, я в этом быстро пройду. Может, не быстро. Знаете, конечно, сколько человек. Так, вам предстояло сражаться за дом. Вам круто повезло с лазом, тот привел вас прямо в дом. Охренеть, он еще и горит, зашибись. Так, хорошо, а... Что вы хотите сказать, что их еще нету? Охренеть, ну нехило они так... Хозяйничают. Так, ладно, давайте посмотрим, где эти враги у нас находятся. О, ни хрена себе он. А вы, оказывается, вообще здесь? Прям здесь, в доме прям хозяйничаете. Странно, конечно. В горячем доме, да, тут лазит, что-то ходит. Так, хорошо. Давайте попробуем убийство из тени. А, нам не хватает, да? Ну,
табак, конечно, сейчас так себе. Да блин, да что ж такое-то за... Какой-то сегодня, честно говоря, не очень удачный день. Глядь записи, прям вот... Что там с этим боевкой, то здесь у меня какая-то хрень творится. Ну а давай ты, давай. Отвисай. О. Ладно. Не знаю даже, что здесь. Да я думаю, ничего не буду делать. Я дам им ход, пусть они сами выходят. То есть вы сами не хотите уходить, да? Ну что ж, давайте так берем. Ага, вот он. Раз. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какой просто... Потраченный в никуда выстрел. Так, хорошо. Улучшать защиту. Давайте выпьем. Хотя его... Блин, ладно. Не то я сделал. У вот этой Флоренс есть такая... как бы талисман, точнее способность. Она может криком своим непосредственно урон наносить. Ну, не помню, где-то я... В каком-то фильме смотрел, там, знаешь, типа, орут и наносится урон всем вокруг. Короче говоря. Сейчас попробуем это. Если живы останемся, попробуем сейчас это испытать. Так, вот. Где она тут? Вот он. Вот этот. Ну-ка, вопль. О! Так, и давайте цепочку. А, блин, нам не хватит, ладно. Так, этого мы убираем. Так, дальше. Этого мы тоже убираем. Ну, слушайте, хотя бы вот таким криком она практически, ну, почти весь отряд. Вот если бы я не ступил изначально, надо было изначально криком выбежать этим главным героем, потом ей, ну, героине выскочить криком, ну, чтобы полностью их у них снизить куча, как говорится, этих жизней. Ну, давайте... блин, еще перезарядка. Так, попробуем. Нет, не хочет. Так, вот у Фрэнсис есть такая способность цепочку убить. Блин, опять не хватает, да что ты. Ладно. Фрэнсис! Мать твою же за ногу, а ты ни одного не могла добить. Одну единственную, блин, этот единицу жизни, блин, не добила, ну это вообще жесть. Сюда. Ух ты ж, мать моя женщина. Не хватает. Ну мы ладно, мы сейчас добьем его. Фрэнсис, я вот, у меня слов нету.
Так, а давайте мы попробуем. Хотя... Нет, давайте так, в одиночном. Тут давайте, знаете, что попробуем, где, типа, у нее есть оружие, которое пробивает стену. Ребят, тоже, блин, маловато, а? Может, конечно, обстрел сектором, но маленький шанс с попаданием. Ладно. Угу. Вот как раз это обрез пробивает полное укрытие, вот когда он за стеной. Двоечку. Просто шикарно. Так, здесь, наверное... Так, вот так вот его и... Попробуем завалить. Блин, классно, слушайте, вот как вот, да, тут такой этот... Лист бумаги, что ли, или не то? Пролетело что-то вообще классное сделано, прорисовочка такая, блин, даже вот, знаете, вот такая мелочь, но, блин, классно выглядит. Так, и ну, попадешь? Угу, попал, молодец. Так, и у нас вот здесь вот один чудик сейчас вылезет. Ну да, вот здесь он стоит, скотина. Блин, надо тебе куда-нибудь убрать, Фрэнсис. Так, а если сюда он, блин, здесь просто стрелы идет хорошие. Ну, давай попробуем сюда перейти. Мне еще в этой игре понравилось, в общем-то, то, что здесь искусственный интеллект не такой уж тупой. То есть, если на одном месте стоять, он зараза запоминает и, блин, ну, все чаще и чаще попадать начинает. Поэтому приходится менять, то есть, чем чаще меняется позиция, тем больше вероятность того, что он промазывает. Блин, ну вы, конечно, ну, мы, конечно, тоже промахиваемся. Ты куда, скотина, сбежал? Вообще трус. А он в ответ нам: я не трус, но я боюсь. На тебе. Ну, попадешь? Блин. Сейчас я еще, знаете, ох ты ж какой, а. Я сейчас попробую, если даст, то у меня из тени. На. Вот такой я вот хитрец. Так, и сюда. Где-то у нас здесь был один... Прожима? Блин, я не помню, где он. Куда он вообще свалил? Блин, а куда ты свалил-то, а? Вот зараза. Блин, теперь его искать надо. А это же паскуда может где угодно быть. А, блин, как-то странно, я же здесь был у них. Или они на втором этаже что-то? Так, сейчас. А, тут второй этаж есть. Ты ж какая. Так, а где у нас вход получается?
камера, не беси меня. Так, а, вот у нас второй. Значит, здесь у нас по лестнице поднимаются. Угу. И они у меня там стоят, да, получается? А, вот он, скотина, вот он может быть вот здесь вот стоять. И мы тогда, блин, напарываемся на них. Знаете, я, наверное... Да, все-таки давайте пропущу один ход. И я вообще хочу в данном случае этим главным героем пойти по одной простой причине, что у него здесь есть очень много... Ты не хочешь доходить, что ли? Он может сделать себе искусственное переливание крови. Вот, а это как нельзя вообще классно. Так, бормотание. Но бормотание это нам... Встретились, зашибись. То есть они за стеной, что ли, или? А, они такие стоят. Ай, блин. Да, конечно, я тут накосячил слегка. Быстрая стрельба. Нет, ты не хочешь быструю стрельбу. Блин, этого нету. Ах ты ж. Блин, придется по одному, да? Ну ладно, давай. Ну здесь я походу просрал. What you didn't know at the time was that those hired thugs worked for the railroad. Да. Нет, я, блин, своим бежал, и у меня очков действия не хватило для того, чтобы его завалить. Ну, как видите, да, одна и малейшая ошибка, в общем-то, приводит к неминуемой гибели и переигрыванию уровня. Но теперь я, блин, они вот что опять же, да, интересно, что сейчас может абсолютно не так пойти, как я в первый раз играл, потому что здесь может все абсолютно по-другому, то есть враги могут в других местах стоять. Так, ты берись, Фрэнсис, блин, да, Фрэнсис. Чёрт, ты камера так быстро бегаешь. Да не туда ты. Блин. Да вот даже не знаю, либо... Да, вот этих, наверное, сразу заденем. О, как классно, да? Так, ну опять я, блин, что-то тупая камера. Опять это Фрэнсис. Не успел ей этот ор этот сделать. Ладненько, сейчас мы... Я думаю, как раз сейчас пройду этот уровень, и на этом мы... Как говорится, сделаем перерыв, вот, серию закончим и... Так, давай попробуем. Так, отлично. А ей некого, да, бить? А ей некого бить.
Так, давай сюда перебежим. Во. И хлобысь. Вот так вот. И давайте валите, сейчас от страха сваливать будут. Ой-ой-ой-ой-ой, какой он у него. Попал он, попал. Ты там как мандавошка бегаешь. Так, сейчас. Так, и давайте этого, наверное, вот сюда, потому что Фрэнсис сейчас будет переубийство здесь будет делать. Ей как раз будет классно. Сейчас смотрите, раз. Так. Потом второго. И... Ну, больше, правда, нет никого, но бог с ним. Так, ага, эти, походу, на втором этаже укрылись, скотины. Все-таки там поджидают. Так, а этот у нас... А, этот, блин, далеко. Ладно, давайте-ка Фрэнсис. Иду-ка сюда. Так, ты у меня как раз сейчас будешь готовиться к атаке. Вот, ты правильно что вышел. Потому что я тебя сейчас завалю. Ай, блин. Промахнулся, ладно. Так, Фрэнсис, как бы тебя так... Блин, вот тут ты не справишься. Тут как минимум трое. Да, давай ты... Да, пока ты давай просто посидишь на страже, потому что если кто-то оттуда побежит, ты как раз его завалишь. Блин, мрачная такая музыка, вообще жесть. Блин. Ну давай, выходи ты, блин, скорее. Блин, нет, не хватает, ладно. Ну, наконец-то добил. Так. Следующий. Так, и идем сейчас, я так понимаю, наверх. На... Так, ну, сейчас мы сейчас пропустим один вход. Вот. Интересно, почему никого нету? Неужели, блин, неужели так сейчас по-другому действительно? Вот каждый раз они респаунятся по-разному. Но кто-то, да, кто-то все-таки здесь есть один, по-моему. Да, один. Да, вот тут... Ой-ой-ой-ой-ой. До этого было три. А, вот, видите. Остальные, походу, только внизу засели. А, нет, слушайте, трое там. Так, а у тебя есть этот? Да, не хватит. Череда убийств, блин, сейчас на планету ставить. Mm-hmm.
хотя бы. Так, одного мы ушли. Одного мы избавились, но вот этот, ну этот, кстати, тоже уже будет сейчас. Общем, готов этот, ну этого мы тоже давали проблем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Raise the reward on your head a little higher. Because now you are a wanted man. An outlaw. Травушка, муравушка. Так, давай. Так, этого валим. Так, и... этого мы... Блин, да что ж такое быстрый стрельба? А, серьезно, что ли? Не, серьезно, ты промахнулась с метра. Да, ладно. Ну что поделать, да, бывает так, как говорится, нетруха. Да чтоб тебя, блин, за ногу, а. Так, и ты туда же, что ли, блин, скотина? Ну, наконец-то, блин, добили. Так, хорошо, у нас один остался внизу, да? Так, ладно. Так, перезаряжаемся. Так, и уходим вниз. Значит, ты сюда. Так, иди на крышу. И ты сюда. Хотя, если честно, блин, надо Фрэнсис вообще поберечь. Потому что ей один раз, в общем-то, выстрел прямой. И она, считайте, уже все, труп. Поэтому мы сейчас потихонечку... Ага, вот он. Вот он, вот он, вот он. Он намотан, да? А, слушайте, а если у них он... Ай, блин, не хватит. Так, сейчас мы попробуем... Да ладно, серьезно, его нету? А ты куда это спрятался-то, Тебя же вроде как и... А, вот, понятно. Ну, вопрос. Как говорится... Опаньки, и все. The truth of your situation finally hit home. Да, я вас поздравляю, мои дорогие зрители. Мы... освободили дом. И, в общем-то, наши приключения продолжают дальше. А, знаете, меня вот это вот на самом деле как-то стопор ввело. А, я прошел первую его кампанию. То есть у меня дальше идет ходячий мертвец. Угу. То есть здесь, видите, еще. То есть можно либо сюда выйти, либо сюда идти.
А, еще и вот сюда. Ну, здесь пока еще закрыто. Ну что ж, ладно, мы главное вот эту часть прошли. Я честно говоря, испугался о том, что вообще вся игра закончилась, думаю, как-то быстро. Вот, в общем, ладненько. Тогда до новых встреч, увидимся. Пока, с вами был Майк Спортер 1. Удачи!